хочу поблагодарить руководство Государственной Думы, руководство Комитета физической культуры, спорта и делам молодежи Государственной Думы за поддержку, за душевное, сердечное участие в жизни Центрального спортивного клуба «Арка». Пусть развивается и дальше замечательный клуб Центральной спортивной армии. Очень здорово, что впервые в истории спортивного общества ЦСКА представлена специальной и очень красивой и технологичной выставкой в столь солидном государственном учреждении. Понятно, что есть что показать, есть что рассказать. И мне очень приятно, что баскетбольный клуб приглашен. Очень приятно то, что большой ЦСКА, так называемый, уделяет много внимания не только пропаганде спорта в целом, но и пропаганде результатов спортсменов ЦСКА. Это прекрасно, и это, наверное, тот опыт прошлых лет, который вполне успешно может быть востребован в современных российских условиях. Это событие, потому что несколько дней, сегодня идут дни спорта в Государственной Думе. Вчера был открытый стол, дискуссия, круглый стол, где обсуждались темы спорта и развития спорта среди молодежи, и тема КТО, и ДУСААФ. Фигурировало много интересных людей, выступало. Все сходятся во мнении о том, что спорт – это важная часть страны, развитие и воспитание молодежи, и в армии особенно. И все это нужно только развивать, приветствовать и делать все для того, чтобы спорт развивался. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy... Я думаю, что поздравление Натальи Михайловны Кузнецовой зрело в недрах Государственной Думы. Не надо мельчить.